Российские синоптики сообщили о приближающихся заморозках в Магаданской области. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд. Температуру со знаком минус на Колыме ожидают в среду 19 августа. Кроме нашего региона, похолодание ждут в Иркутской, Мурманской областях, а также на севере Якутии. На Колыме будет до минус 3 градусов, заморозки будут продолжаться до 21 августа включительно, сказал главный метеоролог страны. Первые в этом году на российской территории заморозки уже отмечали в Магаданской области в ночь на 1 августа. Наступление похолодания в конце июля или начале августа, как первого сигнала перехода к осеннему сезону, для районов Колымы является нормой. В прошлом году снег выпал 23 июля в Амсукчанском, Сусуманском и Ягодинском городских округах. На этой неделе в городе ожидается пасмурная погода с дождями, дневная температура воздуха будет держаться на отметке плюс 12, ночью столбик термометра будет опускаться до 6 градусов тепла.